Девиз нашей семьи: живем любовь свою храня, мы сможем все, ведь мы семья. В городском округе Фокино состоялся муниципальный конкурс «Моя родословная». Творческое состязание проходило в стенах детского сада «Морячок». Его воспитанники открыли конкурс музыкальной композиции «Гимн семье». Известные в городе семьи представили свои исследовательские работы, поделились уникальными историями, рассказали о семейных традициях. Такие конкурсы должны быть побольше на самом деле, потому что это развивает детей, это уходит в корни, дети знают. Каждая из участвующих семей постаралась в течение 10 минут рассказать свою родословную, о родителях, дедах, прадедах, раскрыли секреты любимых национальных блюд. Воспитанники детских садов округа показали семейные творческие номера, представили на суд жюри генеалогическое древо, герб и семейный альбом. Оценивать, конечно же, было очень сложно, поскольку все участники очень основательно подготовились и творческие номера предоставили, и изучили историю своей семьи по документам и по фотографиям. Многие готовили национальные блюда. То есть творческий подход был очень виден во всем. По единодушному решению жюри первое место заслужила семья Приписновых с творческой работой «Семейный альбом». Второе место заняла семья Хабибулиных, третье – Широковых. Все участники получили грамоты, цветы и памятные подарки.